есть и будет. И что самое интересное, что мы сегодня слышим, что в других государствах Европы, в Америке, каждый стремится получить георгиевскую ленточку как знак вот этой вот победы. Следовательно, победа остается в понятии большинства людей как победа над злом, победа над уничтожением человечества. Война остается самым страшным, что может быть.